Всем наилучших пожеланий и в новом году! Зачем Дасью приехали в Паураму? Они думают, что за нападением на Дасью стоит именно Паурама. Мы планируем убить Махараджи Бамни. Мы должны погрузить все эти сокровища на корабли, плывущие в Персию. Эти персы присвоили себе столько богатств нашего народа. Убей того, кто пренебрег твоей преданностью. Убей Филиппа. Телесериал «Порус» с понедельника по четверг на нашем канале. Телеканал «Россия Культура» представляет международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Участвуют Хибла Герзмава и оркестр театра имени Станиславского и Немировича Данченко, дирижер Ариф Дадашев. Праздничные фанфары 21 января на нашем канале. Еще нам было радоваться рано, конца и края не было делам, и Волга бесновалась у прорана, и рельсы разрывала пополам. Ревя крутила черные воронки, и на дыбы вздымала катера, а мы стоим не где-нибудь в сторонке, а тоже там, где страдная пора, где вьется снег и трудятся до пота, где нервы проводов и жены, где ценится и властвует работа, и где стихи, пожалуй, не нужны. Я это все припоминаю снова и позабыть вовеки не смогу. Седой старик, монтажник с наплавного, развел костер на левом берегу и крикнул нам немного грубовато, рукой глаза от дыма заслоня: «А ну-ка вы, поэты Сталинграда, погрейтесь-ка у нашего огня!» Опять гудят машины на откосах, и рядом Волга рвется на простор. Горят куски опалубковых досок, пылает гидростроевский костер. Его теплом по праву отогреты, как равные сыны одной семьи, бетонщики, прорабы и поэты, хорошие товарищи мои. И было все – уверенность и сила, и счастлив труд, и молодость остра. И если я кого-нибудь любила, так только их у этого костра. Я это все припоминаю снова и позабыть вовеки не смогу. Спасибо вам, монтажник с наплавного, за тот костер на левом берегу, как самая высокая награда теперь навеки в сердце у меня. А ну-ка вы, поэты Сталинграда, погрейтесь-ка у нашего огня. Сам Фазыл Сай. Это совершенно удивительный человек. Это большой художник, это пианист, композитор, настоящий культурный деятель. Мы живем в не самое простое время, где от музыканта требуется больше, чем добросовестно репетировать и давать концерты в больших красивых залах. Мы должны заявлять о своей гражданской позиции, не отворачиваться от боли этого мира. Ваше произведение очень часто начинается тихо и тихо заканчивается. В этом вы правы. Вещи, которые заканчиваются громогласным фортиссимо, кодами, чем-то подобным, часто имеют больший успех. Им быстрее начинают аплодировать. Но я не думаю, что быстрые аплодисменты ценнее отложенных. Фазыл Сай в авторской программе Ирины Никитиной «Энигма». Давай. Это вы вызываете молнию? Представьте, я.
90-летию со дня рождения Василия Ланового. Доходить в центр грозы и воздействовать прямо на него. Страшно представить. Вот, они попали в желудок этой самой грозе. Вы хотите идти на такое? Без риска не бывает нового. Надо научиться управлять. Управление отказывает. В результате исследований выяснилось, что метод несостоятелен. Мы на верном пути. Предлагаете продолжать работу? А разве можно запретить науку? Фильм «Иду на грозу». Вторая серия, 18 января. Автографы с секретом и рукописи с загадкой. Новый завет без изъяна и евангелиста Демьяна. Архивные тайны о жизни и творчестве великих мастеров русской культуры. Камера «Матон». Александр Ханжонков. Ханжонков, как никто другой, понимал, что кино – это окно в вечность. Илья Ильф и Евгений Петров. Мошенник, который не желает строить социализм, но от его обаяния все равно деться некуда. Александр Островский. Он сам говорил о доходном месте, тут наши гражданские слезы. Демьян Бедный. Я на утеху люду православному обращусь ныне к самому главному. Вся правда о прошлом, зашифрованная в лабиринте строк. Все здесь. Почерк эпохи с Кириллом Кяра. С 23 января.